Я на себе испытал ее помощь. Мы в городе Солигорске построили храм в честь блаженной Матроны Московской, в то время, когда не было никаких средств, никаких возможностей, никаких сил. Я назначил священника на строительство этого храма, и он пошел просто в чистое поле. И я думал, что храм блаженной Матроны Московской будет самым последним храмом, который нам удастся построить в епархии, как минимум за 10 лет. Но случилось так, что этот последний храм стал первым. Первый храм, который мы освящали в Слуцкой епархии, был храм в честь блаженной Матроны Московской. И все, что происходило с людьми, которые посещали эту общину, все, что происходило во время строительства, было большим чудом. Очень много людей обращалось к православной вере. Многие люди получали исцеление, благословение. Но эта святая действительно имеет особое дерзновение к Богу, особую молитву, поэтому я всех вас призываю приложиться к мощам блаженной Матроны Московской, попросить у нее благословения и помолиться также о том, чтобы и у нас в городе Гродно был храм в честь блаженной Матроны Московской. Мы уже готовим помещение временное для этого храма. Это на улице Щерса, больница, центр психоневрологический, диспансер, там же и наркология находится, там нам выделили помещение, где будет оборудован храм в честь блаженной Матроны Московской, и мы надеемся, что уже в конце августа месяца там состоится первое богослужение, а в этом месте храм особенно нужен для человека. Спасибо вас, Господи, дорогие, святая блаженная Матрона, да благословит всех нас. Со святым праздником!